Інтерту – твій інструмент. Конечно же, мы все очень счастливы. Мы одержали такую важную победу. Мы к этому очень долго шли. Мы на втором месте и теперь уже на 3 очка опережаем «Динамо». Теперь этот результат нужно удержать. Такие игры всегда сложные. Это можно назвать даже украинским классико. Нам пришлось непросто в начале второго тайма. Но мы вовремя забили второй мяч, успокоили игру и довели ее до победы. О да, я снова забил головой, хотя это и непривычно для меня. Но значит, мы не зря тренируемся. Каждый из 3 оставшихся матчей – это новый вызов для нас. Нам нужно не терять ритм и в каждой из игр показать свой лучший футбол. Тренер сегодня доверил место в составе, ему благодарен. И команда выиграла, я надеюсь, я сегодня не подвел команду. Благодарен тренеру, что доверил место в составе. Против «Динамо» всегда сложно играть. Это все-таки один из лидеров нашего чемпионата, многократный чемпион Украины. Конечно, очень много игроков у них хорошего уровня. Нам сегодня просто удалось их нейтрализовать и добыть важную победу. У нас еще впереди очень тяжелые игры с Днепром, с Карпатами, с Зарей. Все они будут очень тяжелыми, учитывая, что какое напряжение будет в этих играх, какой накал. Все прекрасно понимают, что оступаться нельзя. Как бы будем стараться в каждой игре добыть победу и наконец-то завоевать это второе место. Я хотел бы сказать в первую очередь спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня и которые на площади смотрели. Как бы этот ажиотаж вокруг матча был, летал в воздухе целую неделю, о нем только и говорили. Даже то, что там неделю, о нем говорили еще раньше. И как бы все ждали этого матча, и посмотрите, какая сегодня была атмосфера на трибунах, как бы мурашки по коже шли. Мы очень благодарны болельщикам. Большая заслуга в том, что мы сегодня победили, это их заслуга. Мы знали, что это матч года, могу так сказать, потому что очень много решено, и теперь только от нас зависит, поэтому этот матч для нас был очень важен. Мы знали, что нельзя расслабиться с такой командой. И «Динамо» очень мощная команда, поэтому настраиваю, как вы говорили, не обязательно, но всегда такие матчи не обязательно настраиваю, потому что это, можно так сказать, дерби, поэтому очень важно. На эти 3 матча мы должны полностью настраивать на победу, потому что мы знаем, что тоже «Динамо» борется за второе место, поэтому будет интересно концов чемпионата. Приятно, и Харьков без футбола уже никак, и мы каждую неделю слушаем болельщики и говорим, вот надо так держать, и это приятно тоже. Эмоции переполняют. Сейчас главное удержать этот результат, это настроение. Смогли использовать свои стандарты, неплохо бежали в контратаке тоже там. Могли забить. Мы смотрели их игры и знали, что команда тоже хорошо играет на контратаках. То есть, пытались это сделать так, чтобы они не могли контратаковать. Но я думаю, что у нас получилось. Приятно, полный стадион. Спасибо большое болельщикам. Конечно, они нас поддержали, помогли. Я думаю, что это вся общая наша победа. Интерту – твой инструмент.